Девятая глава. Крэктаун. Разлом. Давайте с ножом, наверное. А вот Руфус пережить пулю неплохо. Ну, начнем с ножом, посмотрим, если не прокатит. Возьмем другую маску. Блин, вытянул нож этого парня и теперь без ножа. Ай-яй-яй, положили, я аж перепугался. Ай, кинул нож, но пуля быстрее. Дальше. Тут стеклянные окна. Вообще было глупо. Вперед. Съела собака. Обидно. Вроде бы большую часть ребят я тут перерезал. Глава завершена. Это был спецназ, и что нужно было делать? Я даже не сообразил. Так, что нужно делать? Нужно отсюда выбираться как можно быстрее, по всей видимости.
шпион. Что ты хочешь? Вы можете поторопиться, мы скоро закрываемся. Хочу со своим старым товарищем поговорить. 3 июня 89-е. Майами, Флорида. Привет, это Томас из центра релаксации. Ты нужен нам на подмену. Не респешение сегодня. Респешение. На рас... Ресе... Господи. Ты нужен нам на подмену на ресепшене сегодня. Один из наших сотрудников ушел на больничный. Одень что-нибудь по ситуации. Десятая глава. Горячий и тяжелый. Так, одну секунду. Начнем, наверное, тоже с ножом. Снова я возьму эту маску.
Да как же ж я нож хотел схватить, а поднял дробовик. И закончилось мое тут триумфальное шествие. Нажал я кнопку удара, но собака съелась, а потом получилось.
собака. Я думал, взяв нож, со мной тут не будет. Не будет неравных, но ошибся. Надо здесь всех прямо на входе. Положить. Вы представляете, просто трое со всех сторон. У меня был шок. Да, наконец-то. Я уже было совсем паниковать начал с этим уровнем бесконечным. Помню эту локацию. Придется повозиться.
это еще не финиш. Дальше будет полицейский участок, я помню, вот там будет самое то. Новая маска, Вильям, Джейк. Новое оружие, молоток, кирпич. Что вы ищете? Эй, я узнал тебя, лицо очень знакомое, мы раньше не встречались. Одиннадцатая глава. Смертная черта, можно так перевести. Давайте, как обычно, с ножом. Да что ж так? Ох, там все стеклянно. Не туда, не надо, я вы... Ой-ой-ой. Вот, блин, повернулся он за боевиком. Нет, нет. Тут нужно сэкономить патроны, я несколько мимо выстрелил. Да. Ну, приблизительно вот так. Нет, нет, парень с дробовиком.
По прицелам никак не разберусь. Ноль патронов. Ноль. Нет, последний убил, представляете, как это обидно. Да, наконец-то, я побоялся выходить в эту комнату. Наконец-то. Дробовик у меня оказался.
У этой сволочи, которая первая выходит, у нее дробаш. Есть. Я сдаюсь, ты победил. Готов. Черта, ты тут ищешь?